Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Друзья, у меня опять Людмила в гостях. Вот, принесла мне такой цветочек. Цветочек аленький, да, Люда? Красивый. Вот, ее не будет на Рождество. Она у нас лягушка-путешественница. Да. На Рождество ты у нас в Орозе. А на Новый год? Вот здесь надо, тут написано Merry Christmas. А на Новый год ты где у нас? А на Новый год я полечу в Грузию. Ну вот, я же говорю, лягушка-путешественница. Кутаиси. Молодец. Так, ну, Люда, ты увидала? Видала? А вот какие мне красивые Светлана, всей моей семье. Вот, да, задарила. Сейчас будем... Задарила. Да. Вот. Сейчас будем пить кофе. Вот, Люда, ты видела, сколько уже у меня подарков? Да, я прибавляются, видела. Это все Паскалю. Вчера еще тут... Ой, как много. Вчера еще тут он мне тут... У тебя тут что-нибудь есть? Мила. Я не трогаю. Ну, у нее такие тут? Какие-то бзики. Вот что-то тут красивое. Такой одеколон, вероятно. Нет, не угадала. Не угадала, тут всякие, наверное, обязательно, варианты. Друзья, когда буду распаковывать подарки, обязательно покажу. Интересно даже, что тут там Паскаль. Я знаю только свои, а что Паскаль тут всего напаковал, я вообще не в курсе. Здорово. Так, Люда, ну ты что, кофе или цветы чай? Цветы очень красивые у тебя. А это Паскаль. Да, такие красивые. Он частенько приносит. Хотя я ему и прям, запрещаю. Прям настоящие, чтобы... и, да, и как разных будто цветов. Искусственные. Вот настолько хороши, что даже не верится. Люда, хотя я ему запрещаю, чтобы приносил живые цветы. Так как я начну скоро выращивать рассаду. И вот на этих цветах можно занести всяких бяг. Трипсы, например. Ничего не занесешь. Ну да. Так что сейчас будем чай. Сейчас закипит, и все. А еще я сейчас тебя буду угощать. Паскаль был в русском магазине. Сейчас покажу. Друзья, во вчерашнем видео я вам показывала запеканку из нашего детства. Вот сейчас будешь Люда пробовать. Последний кусочек, кстати, ей остался. Вот. Со сметанкой. Картофельную запеканку. Заварила ей зеленый чаек. Ой, Господи, праздник живота. Ну, давай, Люда, пробуй. Но она не очень соленая, потому что у меня каждый сам... Сметанку-то возьми. Каждый сам добавляет соль. Соль вредна. Да, Люда? Да. Ну, да. А чего ж ты капнула, так сказать? Это что, прикол такой? А тут еще и сыр? Ну, есть маленько. В садике нам давали такую запеканку. Очень вкусно, и соли больше не надо. Да? Я не люблю соленую. Запеканка из нашего детства. А я же в детском саду даже работала. Вот. И там такие... Я вот помню, представь, сколько лет прошло. Я помню, что была такая запеканка в детском саду. Я подписана в Инстаграме. Там бывший СССР. Совет Юнион. И там постоянно ставят что-нибудь из прошлого. И вот вчера была песня Серова. Как там песня такая красивая есть? Ну, красивая песня, просто его голос, я была всегда влюблена. Вообще, я все люблю смотреть, что из бывшего Советского Союза. И я также. Ну, как, Люда, точно вкусная? Точно, очень, очень. Напоминает детство? Да. Я вчера выставляла в коротком видео это, вчера пекла. Думаю, мои я будут есть знаю. Или нет. Чай убираю, а то очень сильно заварится, Люда. Да. Не открыть? Не открыть, но я налью. Давай я. Ну, думаешь, налить, потом я тебе уберу. А что ты будешь в Грузии делать, Люда? Новый год справлять и с друзьями встречаться. У меня есть друзья в молодости там. И там проходят сборы у хоккеистов. А сколько дней ты будешь в Грузии? 3 числа вернусь, 3 января. О, так что да. Новый год будем там. Люда, а как насчет семян? Я тебе привозила уже, там только русские семена. Ты же видела, только российские семена. Ну, ты была в одном магазине, а можно зайти еще в какой-то другой? Нет, вообще семян нет. Люда, нет, может. Нет, я не пойду за семенами, нет. Вот видите, друзья, не хочет больше мне семья. Хотя вот в любом строительном магазине, как Леруа, там 100% есть Леруа. Или как наш Оби. А я всегда только в красивых местах, там семена не продают. Ну, ты же мне в каких местах купила? Ну, я еле-еле нашла. Просто по дороге сказала, остановите меня куда-нибудь, где продают семена. Да? Угу. Ну и в этот раз, вдруг, если по пути попадется, Люда, ты знаешь, что мне никаких подарков не надо, кроме семян. Хорошо. Ну как же эта песня-то, Серова? Как мне быть? Как мне быть? Помнишь такую песню?
Как мне быть? Ну, как быть? Мне быть? Нет, не так. Я сейчас вспомню. Так, ну, друзья, вспоминайте, про какую она там песню. Какую про... песню? Серова. Узнаете, Серова. Такой голос был. Я была влюблена в эту песню, в этот голос. Вот прям, ну, как-то там, без нее он жить не может, как мне быть. Хорошо. Может, в комментариях мне подскажут, да. Что за песня, я тебе позвоню. Хорошо. Вот, друзья, наконец-то вспомнили песню. Господи. Нам все сначала повтори. О, как мне быть. Да ну что, очень вкусная запеканка, просто вот обалденная. Да, ну, вообще-то правильно, что мы больше не едим так каждый день, а я только у тебя ем. Потому что если я буду есть так каждый день... То что, будешь как я? Не как ты, а... Ну вот, я недавно прочитала, что картофельное пюре – это самый плохой гарнир для здоровья. Люда, слушай, больше не надо читать. Для души очень важно. Читать не надо, надо есть всего понемногу. А то начитаешься, так потом вообще. Я к тебе прихожу, ем, а на следующий день начинаю заниматься. И потом еще... Себя. Ой, все хорошо, все хорошо. И потом еще месяц не ешь, да? Нет, я ем всегда. Но вчера тоже прям вечером ела печенье и конфеты. Так что вот, друзья, таким образом мы проводим свои дни. Ну, сейчас у меня, правда, Людмила уедет. И я буду все свои праздники... Одна проводила. Ну, как одна. С Томасом мы всегда. Да. Я помню, ты ко мне каждый вот Новый год тоже всегда. В 10 часов. Потому что швейцарцы, я уже объясняла, они справляют Новый год. Как-то вы сходили... Как-то раз, когда мы тебе ночью приехали. Да, вы ходили с Марселем в ресторан, потом он лег спать. Ну, и ты уже как раз к швейцарскому прямо Новому году, да, и успела. Вот. Так что вот, друзья. Ну что, а на сегодня все? Всем прекрасного предновогоднего настроения, мира, счастья, здоровья, любви. Вот сделала короткое видео вам. Увидимся с вами, друзья, в следующем видео. Всем пока!